Работы по дегазификации Кубинки ведутся в рамках областной программы «Социальная газификация». Об этом сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Каратаев. В Кубинке магистральный газ пришел в дом местной жительницы Раисы Абелян, уточнил Михаил Каратаев. Коммуникации к домовладению проложили в ходе социальной газификации. Полностью Кубинка будет догазифицирована к середине 2022 года. Уточнить сроки проведения работ и оставить заявку на заключение комплексного договора можно на сайте акционерного общества «Мособлгаз».